расскажи мне обо всем. Ты не понимаешь, во что ввязываешься в Алабаме. Когда ты виновен с момента рождения. Охрана! Мистер Макмиллан. Мы закончили. Мистер Макмиллан, пожалуйста. Позвонил адвокат из Гарварда. Он решил защищать осужденных на смертную казнь. Я была в деле еще до твоего звонка. Спасибо, что проделал такой долгий путь сюда. Большинство юристов даже не звонили. Ты пообещал моим близким, что будешь бороться за меня. Да. Это много значит. Многие будут очень недовольны. Ты же не бросишь дело? Нет, сэр. Каждый из нас значит больше, чем наш самый ужасный поступок. Ты единственный, кто боролся за меня. Мой отец не сделал ничего плохого. Если мы приглядимся друг к другу, то сможем изменить мир к лучшему. Всем нужно сострадание и милосердие.